Я однажды гулял по столице, двух прохожих случайно зашиб, и попавши за это в милицию, я увидел ее и погиб. Я не знаю, что там она делала, может, паспорт пришла получать. Молодая, красивая, белая, и решил я ее разыскать. Шел за ней и запомнил парадное, что сказать ей, ведь я ж хулиган. Выпил я и позвал ненаглядную при вокзальный один ресторан. Ну а ей улыбались прохожие, не хоть просто кричи, обещание я ей до утра давал, повторял, что давно в ней вновь. Я ж 5 дней никого не обкрадывал, моя с первого взгляда любовь. Говорил я, что жизнь не потеряна, я сморкался и плакал ко сне. Она мне сказала: я верю вам и отдамся по сходной цене. И я ударил ее птицу белую, кипела горячая кровь. Понял я, что в милиции делала моя смерть.